Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники. Я Маша Васильева, и вы на моем канале «Сад, огород и зимняя теплица». Задымила печь огонь батарея. Что же с этим делать? Выходим из ситуации и делимся с вами опытом. Теперь уже позади весь этот ужас и кошмар, и я могу спокойно вам рассказать, как мы вышли из этой ситуации и какова же была причина. Почему ужас и кошмар? Потому что у меня зимняя теплица, и у меня вот такие малыши-карандаши стоят зеленые, которым необходим кислород и для которых абсолютно губителен дым, так же, как и для человека. Поэтому, конечно же, это ужас и кошмар. К тому же, вроде бы в первую очередь, что хочется сделать? При таком задымлении, да, это сделать большой огонь и прочистить дымоход, чтобы там выгорела вся эта накипь, да, и осыпалась в виде мелкого шлака потом в стакан для сбора конденсата. Но не тут-то было, тяги не было уже вообще, потому что дымоход был забит просто основательно. Поэтому первое, что мой муж, конечно же, сделал, начал бороться с этой ситуацией подручными средствами. И он взял такой, значит, гибкую трубу пластиковую кусок и, значит, снял стакан и начал вот пробивать, значит, сзади печки начал пробивать этот дымоход вот такой пластиковой трубой. Дело в том, что у нас сверху-то никак ничем не помочь уже. У нас там просто кругом поликарбонат. Поэтому работать нужно только здесь внутри теплицы. И для этого был вот специальный этот стаканчик, значит, сделан. Мы вам покажем обязательно его. Итак, высыпалось, конечно же, из трубы столько добра, в кавычках, сейчас покажу. Но мой муж счел, что это неэффективно, что нужно покупать какое-то специальное средство, сооружение, что-то придумывать для того, чтобы уже на постоянной основе делать эту прочистку, как только она под того потребует. И вот такое средство он нашел, приобрел, и сегодня покажем, расскажем, эффективно это вообще или нет. Специальную. Приспособление, гибкий проход с таким вот ёршиком металлическим, значит, и вот такие вот трубочки, которые меж собой соединяются и прочищать будут трубу. Разного диаметра есть вот такие ерши, нужно выбирать именно по диаметру вашей трубы. Весь такой набор стоит 2300 рублей. Олеж, а ты где его купил? В печном центре. Наш дымоход устроен вот таким вот образом. Я в конце этого видео прикреплю очень подробное видео, как устанавливалась печь. И, в общем, там все-все расскажу про дымоход. И в том числе, как муж установил его, при помощи какого приспособления. Вот, значит, есть в этом дымоходе вот такое хитрое сооружение внизу. Он называется съемный стакан. Вообще он для сбора конденсата. Но вот видите, как еще и для очистки сейчас прохода вот этого вот печного. Он нам тоже очень-очень сильно пригодится. К ершу прикрепляется веревка. Олеж, для чего? Если ерш останется в трубе. Если ерш вдруг останется в трубе, ну, крепление это рассоединится, что-то там отвернется, да? Да. Для страховки. Для страховки. Снимаем стакан и видим, что уже насобиралась гарь. Это хотя после того, как мы уже предварительно почистили, чем могли. Теперь вставляется ёрш, и в трубе не просто туда-сюда надо гулять, а чистить по часовой стрелке. Это очень важно. По часовой. Если против часовой, значит, у вас вся система раскрутится. Самый сильный засор получается там, где тепло и холод между собой встречаются. Вот в этом месте. То есть вот оттуда и вылетела вся основная грязь.
Ну вот, все работает. И горит, и тлеет. Все, что хотите, пожалуйста, во всех режимах. Не пыхтит, не бухтит. Все хорошо, все устраивает. Боже мой, что бы мы без вас, мужчины, делали? Спасибо вам за то, что вы умные, смелые, отважные и такие заботливые. А если это видео вам понравилось, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока!